Уже не первый год Сухолужское районное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества в рамках городской военно-патриотической программы «Милосердие» проводит акцию, призванную помочь ветеранам Великой Отечественной войны окружить их теплом и заботой. Отряд юных пожарных «Фактор огня» из школы номер 6 принимают в этой акции самое активное участие. Ребята посещают ветеранов, расспрашивают их о войне, о прошедших годах. Бесценный материал собирают в книгу «Алые маки», размещают на стендах и в стенгазетах. Девчонки и мальчишки своими руками готовят ветеранам подарки, собирают адресную материальную помощь. Сухолужское районное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества совместно с отрядом «Фактор огня» взяли шефство над отважной зенитчицей, ветераном Великой Отечественной войны Анастасией Иосифовной Савиной. Они помогают ей по хозяйству, ходят в аптеку, в магазин, на почту, читают газеты и журналы. К сожалению, Анастасия Иосифовна с трудом передвигается по квартире. На праздники к ребятам приходить не может. Праздники сами приходят к ней в дом вместе с работниками районного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества и ребятами из отряда «Фактор огня» Елизаветой Филипповой, Алексеем Хрусталевым, Кирой Олегашевой, Анастасией Пановой. Встречи фронтовички Анастасии Иосифовны с ребятами поднимают ей настроение и радуют сердце. Прошло уже 70 лет со времени окончания Великой битвы. Но еще не все о ней рассказано, не все герои подняты на пьедестал народного почета, не все страницы исторического подвига советского народа и его армии раскрыты. Никто из героев, живущих рядом с нами, не должен быть обойден вниманием и забыт.